Ну вот и так, как собрать. Вот такой вот пироморфикс с этими зубчиками такими. На самом деле, ну да, на самом деле гонка простая, на самом деле, да. Но есть одна штука такая. Ну, во-первых, конечно, вот эти ребра вот эти могут стоять просто объемно. Перевернуто просто. Вот. Сейчас покажу. Они могут стоять вот таким образом. Вот. Вот таким. Видите? Хоп, такие. Вот. Вот. А иногда еще бывает, когда и центры вот эти разворачиваются на 180 градусов. Могут два напротив, могут так, 4, а могут все 6. Вот, на каждый случай я придумал свою, конечно, формулу, вот. Заняло несколько дней, чтобы вообще подумать об этом, но на самом деле формула, на самом деле, всем знакома. Ну, давайте размешаем. Вот. По сути, на... по сути, собирается как... Вот. Ну, вот... Вот. Нет, как-то это не так. Ну, давайте, чтобы побольше тут. Давайте вот так сделаем, чтобы... вообще, вот, например, вот так вот. Итак, что мы делаем? Первым этапом, что мы делаем, это мы ставим вот эти уголки. И как это делать? Вот еще вот эти. Мы на, вот этот вот. Мы сначала два вот так вот ставим. Например, вот этот вот и этот вот. Видите, у них есть один цвет общий, желтый. Мы берем его так и ставим так. Просто как бы соединяем. Вот. Дальше. К ним надо подгонять другие два уголка. Где они? Вот здесь вот. Мы их просто берем раз и спускаем. Все. Поставили. Ну и вот теперь подставляем последние. То есть тут получается 1, 2, 4, 8. Все. Уголки собраны. Дальше что мы делаем? Это мы ставим вот эти элементы. Эти ребра. Как это делать? Значит, вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Значит, вот смотрите. Вот дайте я его покажу. Вот смотрите. Вот. Так, так, так. Покажу, вот, например, вот нам надо поставить ребра вот сюда, где они у нас находятся. Они у нас, если их здесь нету, то они находятся там, на противоположной стороне. Мы их крутим. Встают правильно. Вот. И у нас все встало, черт. Значит, смотрите, как ставить эти элементы. Тут зачастую халтурка такая бывает. Значит, ставим углы. Вот. Ну и по сути мы все сделали. Итак. Смотрим. Ага. Где у нас... Вот, вот мы видим. Либо у нас ребра стоят наверху, мы их просто крутим вот так вот, и они у нас станут правильно. Но еще бывает такая... Но они у нас сейчас в данном случае стоят. Значит, что мы делаем? Но они стоят, они у нас неправильно. Мы их уводим наверх. Там. Так вот. Меняем. И ставим туда. На вот эти центральные не обращаем внимания. Вот. Далее. Смотрим. Вот эти детали. Где у нас вот эти элементы? Здесь находятся. Крутим. Неправильно стоит. Что мы делаем? Уводим наверх. Меняем. И вот так вот. Все. И вот на таких элементарных, по сути, штуках у нас кубик этот собирается. Дальше. Что мы делаем? Дальше. Мы разворачиваем вот эти вот элементы, эти скобки. Они в данном случае стоят правильно. Но есть еще такая ситуация, когда они у нас, допустим, вот сейчас вот, например, стоят неправильно. Видите, у нас тут сейчас... Значит, тут бывает только лишь одна ситуация. 8 из них стоят неверно. Вот видите, они развернуты. Но при этом 4 из них по одной оси не развернуты. Мы эту ось откладываем вот так вот. Вот, чтобы она у нас была как бы на вот так вот фронтальной. Чтобы она была как бы такой вот фронтальной. Вот видите, да? И... Мы делаем следующее. Право, вверх, право, вверх, право, вверх. Все. И у нас таким образом это все ориентируется. Дальше. Что мы делаем? Мы разворачиваем вот эти элементы. Вот эти. Как это делать? Просто ставим на какую-нибудь ось.
Мы по той оси, где у нас есть 4 элемента, которые надо, и крутим. Раз, не стоят. Поставили. Дальше, вот здесь вот крутим, значит. Все. Собрано. Ну и у нас тут, да, с центрами большие проблемы. Значит... Значит, что делать? Так, подождите. Это что-то тут. В том случае, если у нас, допустим, вот сейчас покажу по-быстренькому. Все вот эти центральные элементы, они развернуты на 180. Значит, что надо в данном случае сделать? Просто берем кубик вот так вот, чтобы они у нас, естественно, стояли на стороне. И делаем, что мы делаем? Мы делаем право, вверх, право, вверх, право, вверх. Дальше, теперь что мы делаем? Мы делаем право, вверх, наоборот, право, вверх, наоборот. Право, вверх, наоборот. Все, и у нас все туда встает. Что делать вот в таком случае, когда у нас центральные элементы вот так вот 4. Мы ставим вот на эту ту же самую фронтальную ось, вот так вот, чтобы они у нас стояли. И делаем. Смотрите, делаем на начало лямбды. Делаем R, U, R, F. Вот. R, U, R. И опять-таки вот так вот. F. Вот. Сделали начало лямбды. И у нас вот... Дальше ориентируем. Вот эти у нас собраны, по сути. Собраны все наши центральные элементы. Еще одна такая ситуация, когда... Когда вот так, когда... Когда вот у нас, ну господи, разворачивайтесь вы уже. Вот, когда у нас два центральных элемента, напротив надо просто развернуть. Делается так. Прогоняется формула. Право, вверх, право, вверх, право, вверх. То есть как бы, что мы по сути сейчас делаем? Ну и вот это, право, вверх, наоборот, право, вверх, наоборот, право, вверх, наоборот. Значит, что это делает? Делаем, по сути, мы разворачиваем все 6. И у нас остается 4 центральных элемента, которые надо просто развернуть. Мы прогоняем начало лямбды. R, U, R, F. R, U, R, F. Наоборот, вот такой. Все. Теперь мы просто их разворачиваем. Вот. Ну и все собрано. То есть вот такая штука, короче. Вот все просто, но вот с центральными элементами тут некоторые заморочки есть, конечно. Вот. То есть вот как короче, это все. Вот. Посмотрите, вот, например, вот. Как, например, вот эти ребра работают, чтобы вот вы поняли. Вот смотрите, вот. Смотрим, значит. Вот, например, вот сейчас, например. Например, вот ребра. Их здесь нет, значит, они на противоположной стороне. Где как они находятся? Крутим. Находится наоборот. Ставим опять наверх. Разворачиваем. И когда мы поставим все ребра, у нас все центральные элементы уже автоматически станут на свои места. Вот. Ну вот и все. Так это собирается. Все. Удачной вам сборки.